Здравствуй, программа! Добро пожаловать в сеть! Кевин Флинн. Дневник разработки сети. Запись номер... Там, за экраном, атмосфера накаляется. Система развивается. Это уже не игрушки. Мои программы, они как люди. И от этого еще башню не сносит. А вот изоморфы. Мои изоморфные алгоритмы. Уже 7 лет, как я сетку открыл. И 5, как обнаружил их. А все, никак от шока не отойду. Завелись там сами собой. Я их не писал. Не я, никто другой. У них собственные функции, собственные мысли, свободная воля. Как такое запрограммируешь? Да никак. Есть базовые программы. Те, что писал я. А есть изоморфные. Кто-то из них ладит, кто-то нет. Даже мой системный администратор Глу. Моя лучшая программа. Один из лидеров изоморфов, Джеллин, недавно погиб. Напряжение нарастает. Потому мне и понадобился новый системный монитор. Я написал его, чтобы он порядок навел. Только бы не поздно было все исправить. И была еще надежда на мир.